Наш край славен народными традициями, героическими подвигами, задушевными песнями, гостеприимством и хлебосольем. Дубровский район обладает своей сокровищницей духовной культуры, вобравшей в себя мудрый опыт предшествующих поколений, самобытное творчество. Наше культурное наследие – связующая нить, соединяющая целые поколения дубровчан. Есть в Дубровском районе одно поистине чудесное место – фольклорная деревня Салынь. Здесь на лугу часовня, музей-изба, и никому не тесно, и даже очень интересно побывать на традиционном ежегодном народном празднике яблочной медовой Спасы. Вот уже 16 лет в августе здесь собираются и стар, и млад, и жители Брянской области. Здесь мы встречаем гостей дорогих из многих областей России, и не только. Ой, вы гостюшки дорогие, ой, вы гостюшки дорогие, бояре молодые, бояре молодые, открывают вам воротицы, открывают вам воротицы, девицы вольные, девицы вольные, зазывают вас в одарницу, зазывают вас в одарницу, молодцы удалые, молодцы удалые, проходите в терем красный, проходите в терем красный, с добрыми хозяевами, с добрыми хозяевами, ой, вы гостюшки дорогие, ой, вы гостюшки дорогие, бояре молодые. Сила традиций и обычаев отражается в народном костюме. Отличительной чертой дубровского костюма является вышивка черного и красного цвета. Здесь символы земли и плодородия, материнства и благополучия, символы жизни и силы рода. В вышивке скрыты охранные знаки и обереги от злых сил, знаки закрытия и отвращения зла. В наших комнатах крестьянского быта бережно хранятся экспонаты, семейные реликвии со своей уникальной историей, уходящей вглубь истории отдельной семьи, вглубь культурного наследия Дубровского района. Здесь собраны вещи, которые рассказывают о предках с порога. Здесь живут традиции, которые объединяют поколения. Рушники, лапти, двоежка, горлач, берестяной кузовок и прочая крестьянская утварь способны погрузить нас в нерушимую историю Дубровского района, способны помочь нам почувствовать спокойную силу рода, понять свою принадлежность к традиционной культуре. В нашем музее есть ценный рушник конца XIX века. На нем изображен Георгий Победоносец. Этим рушником Евдокия Вашутина отправляла своего мужа Алексея на войну в 1917 году. Алексей был командиром Красной армии. В ходе службы он дослужился до офицера и благополучно вернулся с войны. Также на рушнике есть надпись, прославляющая Николая Чудотворца. И это не случайно, потому что в селе Рековичи была церковь Преображения Господня с притвором Николая Чудотворца. В нашей деревне праздник спожа, брали вража и гуляй, госпожа. Ой, да ля-ля, ой, да ля-ля, брали вража и гуляй, госпожа. Брали вража и засыпали за кровь. Мы бережно храним рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Мы являемся носителями уникальных знаний, как выпекали хлеб наши бабушки, какие блюда ставились на праздничный стол, как праздновалась спожа, какие песни звучали,
как гостей величали, как провожали. Край наш Дубровский чудесный, как и вся Россия-мать, хлебосольный, добродушный, рад вас, гости, величать, да былины рассказать. Культурное и историческое наследие родной земли невозможно отнять. Дубровская земля — наша память. Здесь хранится сила наших предков. Здесь рождается наша сила.